Если вы ищете отряд для командной игры и вам близка полувоенная организация, представляю вам отряд Аламут. В основном они играют на проекте Red Beer. В отряде соблюдается устав, проводятся тренировки, введена система специализации. С отрядом Аламут вы узнаете, что такое тактика и стратегия. Присоединяйтесь. Ссылку на отряд я оставлю в описании под видео. Вейкер, тебя там пилот вроде как запрашивает. Ответь ему уже. Вы меня слышите? Чё, куда вы, кажется, спрашиваете? Мирс, говори. Где Вейкер? Вейкер. Да, ты... Ведь у нас... Девушка. Ой, я его, конечно, всех слышу. Компот. Короче, пацаны, смена задач. Сейчас будем прям на эту хуйту. Но он так... Зелёнь, типа, сюда. Цель какая? Ага. Сейчас будем прыгать на ульки и сразу пиздить. Короче, там тачка, которая цель туда поехала. Короче, ее надо либо просто осмотреть, либо да, уебать и осмотреть потом. Ну или как минимум уебать, она уже будет стоять на месте, будем знать. Да, и уже плюс 40 минут до времени. Принято, хорошо. Еду. Я, короче, в какой-то поселок разгуливаю. Я на бункера прям падал. Да машина не ты один. Раскрыть. А сейчас прям на эту, на вышку. Если я вдруг подрежу, тебя будет еще порошок? Нет. Да, еще будет. Будет? На бункера машина стоит, это что, не наш? Подлево. Нет. Враг. Ебать, это твой враг, ты что, ебаный рот? В бункере враг, стреляю. Минус один. Хорош. Блять, по мне с вышки. По мне тоже. Со второй вышки, на большой этой, на зеленой есть. Да, говорили уж, две страшным есть. Тут везде, короче, везде, на всех вышках есть враг, поэтому аккуратнее. Ты живой еще там? Да, я же. Под вышкой, я под огнем. Тоже под вышкой СВД у меня на вышке сидела сверху. Я нахуй съел. Прям под на твоей? Я не знаю, я упал, короче, на какую-то вышку, хер знает какую, с какой стороны, с запада. У нас красный враг, на зеленый враг, на вышке. Белый, на желтый тоже враг. Ой, я с кем-то сижу. Вот кто в кустах, вот я слева от тебя. Со мной, по-моему. Бункер живой? Ну, это не точно. Я с юга востока работают. Помни, по мне одного с вышки. Снял одного? Косава. Кернер, что вообще убей? Блядь, ты понимаешь, что у меня вообще здесь без дальних вышек. У нас больше половины умерло, я тут тупо 5 сижу. Тише, парни. Окей. Хаммер какой-то с севера. А, это вертушка, отмена. Могу трубу дать на крышу, Надо? Надо трубу? Ты сам справишься. Бегает по крыше, сломал на восточный? Твит живой? Двигаем назад и на зиг, все, бегом на зиг. Кто сейчас кипыши? Нас двиг. Светит. Убил этого шитанца, я его убил. Хорош. Пойду быстро его добью. Проверить бы его, да. Я пошел сразу там наверх. Че, гранат? Гранат. Это акция, граната в каждый дом.
ты там бегаешь. Да-да-да, давай я за тобой. Там еще дым розовый какой-то. От нас на 120. Что там происходит? Ну, сказали, розовый дым свои. А что там за гранаты у вас тогда? Это свой. Он просто без GPS и только очнулся после этого, после бессознанки. Его понял, понял. Пометил свой ориентир. Там союзники. Все нормально. Где? Налево. Свои. Еще левее. Так, парни, вы под вышками, да, на машине свои, сейчас его заберут. По левую руку, левее. Ну вот вашего, который там с Джевелином, да? Наш Джевелином есть? Вы сказали, сейчас на тачке заберут. Он там вроде, как сказали, раненый. Могут его сюда к нам отвезти. А, вижу вроде. Чё? Он сейчас заберет. Он садится. А что ты думаешь? Это наши. АЭС, на связь. АЭС, на связь. Где вы сейчас, пожарные? АЭС, мы актуально движемся в сторону вышки. Надо ускориться. Она на связи. Я на актуально. Я поднимаюсь на голову, Демил. Я чисто шот идет, смотри, слева. Я угадал. Я знаю его лицо. Посередине между городом. Куда вас везти, Сильвестр? Сюда лежит. А, я не знаю, безопасно, чтобы Эху могли сразу выбить. Сейчас коды передадут, надо будет эту вышку активировать и поедем на машинку сразу. Нет, там явно что-то есть. Медка на ПХ точно, она прям плывет. НА, ответь штабу. АЕС, ответь штабу. Сейчас я к тебе подойду, скоро я тебя видел. Там, блядь, слева от этой хуйни что-то торчит, блядь. Ну да. Макс, ну это тачка какая-то, слышь? Эмет! Вы остались у вышки? Надеюсь? Макс, это медицинская хуйня, это цель миссии, она там стоит. Вы остались у вышки, нам надо, чтобы вы были у вышки. Слышишь, Макс? Да. Макс! Еще есть дыра, еще есть Макс. Штаб, здесь фальконы еще на местах, где мы собираемся. Мы на суле, если что. У нас есть инженеры и утики. Можно спросить, во-первых, они взяли, когда их не против. Штабы ваши есть? Камышах нет? Чьи? Только что сказали мне, что коды взяли. Кусок сказал, что коды взяли. Все хорошо, ждем коды, тогда и будем коды. Пожалуйста. А, есть метка, есть метка на цель, есть метка. Хорошо. Поставил пехотную на острове на северо-западе. Гони. Все, давай, кек. Окей, я не буду по горам тут на всей скорости мотаться, ты чего такие камни? А, все. Все, отлично. Не, это плюсо. А, это все как я. Ты, блин. Сейчас выиграть миссию тупо. А сколько там опознавание идет? 30 секунд, по-моему. О, есть! Все. Ярче, я прибыл на позицию. Да, хорошо. Куда можно поработать? На 320, видишь, белый ангар?
синим забором. Вот перед ним кустов куча, и там еще к машине. Белый ангар, где много заводов? Да, где завод, но перед заводом белый ангар тут. Так, сейчас я получше позицию поищу. Свои. А, вижу ангар. Угу. Где они от него? Вот кусты прям перед ним. Куча кустов и камыши. Ага. Видишь, прям гряда такая. Грешек, у тебя здесь будет громче тоже. Там в них сидит какой-то один пех. Вижу, вправо пошел. А, вон он, да. Принял? Приметчик, да, это он. Лег он там. Это противник, так ведь? Ну да. Это же, блядь, прям рядом со мной. Че с тобой, Ярый? Напугал шайтан. Он упал там, но я не знаю, мертвый или нет. Морис. Попал по нему контрольный. ЗП есть, АТХа, ХДЕПшная. Нахуй туда лезть. Давай прочистим тут этажи, я сюда поднимусь, с этого окна посмотрю сверху. Вот тут лестница, как заходишь направо. Давай ты вперед, я за тобой. Ангар сложили с БХ на западе. Надо смотреть, если стекло разбито. Тут видишь стекло наверху, блядь. Здесь подняться-то наверх. Нашел. Давай следующий этаж. Это просто комнатки, надо выше забираться. О, слышите отсюда? У меня противник! Борис, восток ровно от нас, бинокль нас рассмотрел, пидорас. Возможно, он на крышу дал на крышу гранату к вам. Блять, на востоке, на второй двухэтажке офисной. А на крыше у нас шайтан. Шайтан, у нас стекло сбило одного. Ага, хорош. Если у него СВД, давай я ебану врага, которого я видел. Шайтан живой. Да радует. Мурфи в колодце. Да-да-да, сейчас я перевяжусь. Хорёк. Хорёк минус. Да вы успели забрать своего петуха, блядь? Мы с ним разменялись, минус да. Минус 2 на этаже. Тут минус 2. Молодцы. Там еще кто-то стрелял. Да, по мне. Противник. Файтер у тебя? У меня. Умри ты, падла. Так,
Шайтан, ты на актуальном? Да. Меня заливают сейчас. Валкаро, под нами, восток, близко. Сейчас я заработал. Нокнул его. Бессознанка отправил. Гребаный папк. Отступил. Да чё, векер у них? А, вижу, лежит он бессознанки. На востоке проходит по низу. Один с РПГ. Восток от тебя, да? Очень близко, да. Сейчас, секунду. Работай. Вот тут. Да он уже скрылся за это. А вижу, других проходит. Их там много, что ли? Блин, на минус. Пара. Поехал. Минус. Вентер, я возвращаюсь к вам. Давай тогда к ярче сходим. Яр, 4 по тебе? Не я, по мне. Гони, помощник, пожалуйста. Дал ему. Походу он живой. Да, вот там враг. Мельчина врага твоего до сих пор пока не вижу, если ты еще. Пока никогда, никогда. Уже я слышу, где работает, я в теории в спине. Пулик свой, калаш может, чужой. Свои, что ли? Остановил его. Не, не остановил. Но напугал. Свои, свои. Бежим, бежим, тут дома тут хуя. Настрелял МК, я слышал. Бля, вот он.
Толпой, Толпой, Толпой. Шайтан, еби туда, БГ. Сейчас, с ГПшек работаю. Да, вон торчит. Еби туда, во. Дай-ка налево море споем, уебал, убил. Я ничего не было, я видел, башка торчала. Давай не торчал, уже уебал. Рекжев. Хидрит там раненый идет красиво. Кэмп, опять ты что ли? Конечно, прозвали, опять просили. Вот чуть выше надо, за эту, за сейчас, эту. Сейчас, 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 сейчас. Вроде нормально, то заснул. Союзников. Знаешь, ярче? Предполагаешь, что пока еще нет. Больше никто не ответил, только я. Все, убил последний. Бейкер, что делаем? Работаем, не работаем, ждем. Хуй. Ну, пока они нас не видят, лучше не работать. Но они спускаются ниже. Они вниз спускаются, двое. Сейчас можно их вообще пропустить. Я на вершине маячу. Если что, принимайте. А снизу кто идет? Из наших. Никто вниз не пошел. Вот эти двое сейчас вниз идут, зажимаем их. Я вижу, кто-то внизу есть, под ними. Да, там союзники под ними. Не-не-не, там союзники, союзники. Двое. Двое союзников там. Они вот походу их видят и сейчас по ним целятся сверху. Челик убьет. Надо помогать. Надо помогать. Скажи, ДВ там что еще пьет. Да, подавляй, они здесь, блин. Минус оба там, хорошо, хорошо. Кит, он в меня работает. Меня еще АСы поливают с триггера, с пулемета. Это Раптер, мы можем спустить. Двоих у нас здесь есть и не пройти. Хорошо, хорошо. Мы уже спускаемся. С пулеметом убивал чувака, с пулеметом? Да, он лежал. Хорошо. Убил тут еще одна. Шатан, у меня здесь, да? Да, убил тут еще одна. Я возле дыма. С трубой был, кстати. У
Блять, как меня свои задолбали. Да я понимаю, меня свои давят с пулемета, слышишь? Минус еще. Это я. А где взрыв был, КВшник? Живешь, Кит? Это в зеленой форме. Что-то я не понял. Это кто? Наш? Это не понял.